Вот уже полвека московские спортсмены приходят во врачебно-спортивный центр «Лужники» на обязательное медицинское обследование. С каждым годом результаты становятся все точнее благодаря новейшему оборудованию и использованию самых современных методик. Главный врач центра Инна Викторовна Угарова устроила для нас небольшую экскурсию по храму здоровья. Когда приходят спортсмены, они заходят сначала в гардероб, оставляя свою верхнюю одежду в зимний период времени, и подходят к нашей регистратуре. В регистратуре, когда спортсмены подходят в регистратуре, наши фельдшера, регистраторы начинают заниматься оформлением первичной медицинской документации. Заводится карточка как на бумажном носителе, так заводится карточка и в электронном виде. Электронная база данных наша составляет примерно, имеет вот такой вот вид. А когда заводится карточка по спортсмену, это выглядит примерно вот так вот. В дальнейшем, когда мы получаем на спортсмена уже карточку, мы заводим как бумажный носитель карточки. Вот здесь вот мы распечатываем, у нас получаются наши уже непосредственно осмотры спортсмена. Вот примерно в таком виде они появляются в карточках. И вот уже с этой картой, вот с таким вот бегуночком из регистратуры пациент идет по кабинетам. Пойдемте. После посещения регистратуры, после того, как спортсменам дали карточку на руки, спортсмены должны пойти по кабинетам узких специалистов. Это кабинеты терапевта, это кабинеты невролога, лор-врача. Если это девушки, то они должны обязательно посетить гинеколога. Если это мужчины, то должны обязательно посетить уролога, невролога, кабинет хирурга. Обязательно осмотр для спортсменов высших достижений – это осмотр у стоматолога. После всех этих исследований, после посещения этих кабинетов, пациент идет сдавать обязательно кровь в лабораторию. Это наша лаборатория, точнее один из кабинетов нашей лаборатории, наш фельдшер-лаборант, который занимается в основном забором крови, непосредственным исследованием крови для наших спортсменов. Собственно говоря, сюда и поступают все результаты углубленных исследований. У нас нет, по большому счету, на сегодняшний день никаких ограничений по исследованию. Работы проводятся как в нашей лаборатории, так и мы привлекаем и другие наиболее современные лаборатории города Москвы. Здесь у нас находится кабинет УЗИ, я вас приглашаю. Я бы очень хотела, чтобы вы увидели наш аппарат. Он один из лучших на сегодняшний день в Москве. Аппарат Алока Альфа 5. Визуализация данного аппарата уникальная. Мы можем на этом аппарате делать исследования не только общепринятые в брюшной полости, почек, малого таза, щитовидной железы, но также мы делаем и эхо-КГ, и доплеровские исследования сосудов головного мозга, шеи, сосудов нижних конечностей, верхних конечностей. То есть, по большому счету, мы этим аппаратом охватываем все органы и системы. Одной из ключевых точек на маршруте спортсмена, проходящего осмотр, является кабинет функциональной диагностики. В нем нас любезно приняла заведующая отделением Марина Михайловна Строева. Наше отделение позволяет планомерно всецело обследовать сердечно-сосудистую систему спортсмена. Есть несколько тестов, с помощью которых мы определяем физическую работоспособность и функциональное состояние каждого спортсмена. Первый тест – это тест, который используется в спортивной медицине порядка 25-30 лет, тест ПВЦ-170. Спортсмен в течение 5 минут выполняет первую нагрузку относительно его веса, например, 60-64, 75 ватт. Здесь градируются нагрузки в зависимости от видов спорта. Он выкручивает эту нагрузку в течение 5 минут, затем ему дается 3 минуты отдыха. Мы измеряем тот пульс, с которым он закончил эту нагрузку. И исходя из этого пульса, мы даем ему вторую нагрузку. После этого он быстро покидает велоэргометр, укладывается на эту кушетку и снимают ему ЭКГ уже после второй нагрузки. Мы здесь определяем реакцию на нагрузку по ЭКГ, по пульсу и по давлению. Соответственно, пишем заключение о его физической работоспособности, об его адаптационных возможностях и о функциональном состоянии. Следующий тест, который используется сейчас широко во всем мире для тестирования спортсменов, и мы не отстаем, мы идем в ногу со временем, приобрели аппарат для спироэргометрии. Значит, с помощью этого аппарата мы можем определить
уровень анаэробного порога, который наступает в различное время спортсменов, и также определить его максимальное потребление кислорода, так называемое МПК. Мы сажаем спортсмена на велоэргометр, одеваем вот эти вот электроды на грудную клетку, и он у нас имеет возможность, позволяет нам динамически наблюдать за ним состояние в данный момент его ЭКГ, в любой момент. Тест делается практически до отказа, когда спортсмен уже больше не может выкрутить, он говорит: достаточно, хватит, и мы затем в течение 5 минут идет восстановление спортсмена. Как раз именно в течение 5 минут аппарат фиксирует его МПК, уровень максимального потребления кислородов и уровень его анаэробного порога. Все это фиксируется в различных таблицах. Одновременно мы можем просмотреть его ЭКГ. Входим в ритм, пожалуйста. Все 12 каналов у нас, и посекундно, поминутно у нас отображается ЭКГ. Если что-то не нравится, мы можем посмотреть весь протокол и найти необходимый нам участок, интересующий нас участок ЭКГ. Здесь у нас очень интересно, кроме ЭКГ, у нас есть так называемый тренд СТ-интервала. Вот он отображен. СТ-интервал – это очень важный показатель динамики ЭКГ. Он отображает степень кровообращение в миокарде в каждую данную минуту времени. Вот схематично СТ-тренд изображен вот здесь. Во время всего теста СТ-интервал не должен значительно опускаться ниже изолинии. Следующий вид тестирования – миотест. Спортсмен, в зависимости от вида спорта, нагружает здесь различные группы мышц, которые доминируют в его виде спорта. Осуществляется рывковое и качковое движение, значит, при этом присоединяется аппарат, который фиксирует колебания мышечного волокна. Волокна реагируют синусоидно-подобной кривой, которая постепенно затухает. Определяя амплитуду этой кривой, можно сделать вывод о том, насколько мышцы спортсмена утомлены и насколько, соответственно, он близок к травме. Все эти исследования позволяют не только выявить возможные проблемы, но и определить наиболее сильные стороны физической подготовки спортсменов. Именно поэтому врачи центра стараются тесно сотрудничать с тренерами. Вместе они подбирают для каждого оптимальную программу тренировок, которая не только не подорвет здоровье, но и поможет максимально реализовать его возможности.